Синби – известная в Амиде поп-звезда, выступающая с волками, которых сама призывает. На горе она стала коварной убийцей и теперь сражается в ближнем бою и натравливает на противников своих хищных друзей. Сосредоточьтесь на картах, повышающих силу и ману. Бросок зверя призывает волка, который бежит по прямой, нанося урон. Он проходит сквозь миньонов, а при столкновении с вражеским героем взрывается. Бросок зверя позволяет атаковать на расстоянии, добивать и даже преследовать соперников. Бешеный темп. Синби делает короткий рывок по прямой, нанося урон встречным врагам. После рывка можно успеть активировать его повторно. Бешеный темп дает высокую подвижность в бою, позволяет быстро менять позицию, покидать бой или резко сокращать дистанцию с противником. Способность «Волчий вальс» наносит урон по области вокруг Синби и восполняет ее здоровье за счет атакованных врагов. Эта способность позволяет дольше выжить на линии, в том числе при нападении на противника. Абсолютная способность Синби называется «Фас». Ее пассивный эффект таков, что прочие способности Синби при попадании накладывают на врагов волчьи метки. Активный эффект призывает волков, которые атакуют противника в зависимости от числа меток. Активировать способность можно откуда угодно, а значит Синби может вступить в схватку, а затем отойти на безопасное расстояние и устранить цель. Синби очень подвижна в командном бою. Она изолирует и устраняет самые важные цели. Но при этом она легко поддается сдерживанию, поэтому атакуйте лишь тогда, когда полностью уверены в успехе. Убирайте врагов осторожно, поодиночке, и помните, что даже звезда несовершенна. Выбирайте Синби, и публика будет у ваших ног.